Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас на странице 30 мы выполним задание под номером 4. Учительница попросила Сережу рассказать о полезных ископаемых. Но он смог о каждом сказать только одно предложение. Догадайся, какие полезные ископаемые он имел в виду. Впиши их название в клеточке. Первое. Из нее делают бензин. Бензин делают из нефти. С ее помощью готовят обед. Это газ. Из нее делают кирпичи. Кирпичи делают из глины. Из нее выплавляют сталь. Сталь выплавляют, как и любой другой металл, из руды. С ним играют дети. Дети играют с песком. Из него делают памятники. Красивые памятники делают из мрамора. Его добывают на болотах. На болотах можно добывать торф. Его добывают в шахтах, а в шахтах добывают уголь. Ее добавляют в суп. Когда мы варим суп, то добавляем соль. Из него делают известь. А известь делают из известняка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.